اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Тема нашей лекции сегодня – хукм того человека, который оставил полностью соблюдение религии. Хотя он себя называет мусульманином, но он не соблюдает религию. Ничего из религии не делает человек. Ни намаз, ни пост, ни закат, ни хадж, ничего не делает. Всего лишь себя называет мусульманином, я верю в Аллаха и в посланника Мухаммада, и я хороший человек. И ничего не делает больше. На самом деле вы смеетесь, а это катастрофа. На самом деле люди вообще неправильно начали, с давних времен уже неправильно понимают суть религии. Они думают, суть религии это верить в Аллаха и Мухаммада и все. Это было один из периодов пророчества, в начале это было сутью религии. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил им, скажите «Ля илляха илляллах», и я буду за вас говорить в судный день. Просто «Ля илляха илляллах», и вы спасетесь. «Ля илляха илляллах», и вам рай. Так говорил в одно время пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Это было начало религии. Перед тем, как начать этот урок, есть три вопроса, которые мы должны упомянуть и указать на них. Во-первых, то, что между некоторыми учеными мазхабов есть хиляф на то, что оставить намаз, проявляя халатность и лень, это является куфром или не является, это не дает нам повод сказать, что тот человек, который оставил весь амал ислама, тот тоже становится кафиром или нет, не становится, что есть там хиляф сказать. То есть оставить намаз по халатности и лени, он кафиром становится или нет, есть хиляф между учеными. То, что там хиляф есть, это не дает нам сказать, что хиляф есть между учеными. Тот человек, который оставил всю религию, он становится кафиром или нет, если он засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммада его посланник. Это один. То, что там хиляф есть, это один вопрос. То, что человек, который оставляет всю свою религию и ничего не соблюдает, он становится кафиром или нет, не было хиляфа между учеными, ахлю сунна валь джамаа. Был хиляф, хиляф между ахлю сунной и хиляф между ахлю лирджа, мурджиитами и салафистами был хиляф. Но между саляфами хиляф никогда не был в том вопросе, что человек, который оставил весь свой амал, что он становится кафиром или не становится. И вопрос намаза, тот человек, который оставил по лени намаз, то есть по халатности намаз, он становится кафиром или не становится, есть хиляф. Однако, что означает оставить намаз по лени или по халатности? Это означает, что человек совершает намаз. В своей основе он делает намаз. Однако, он оставляет иногда намаз по своей халатности и лени. То есть, утром не встал, проспал утренний намаз. Зухр сделал, аср сделал, пришел с работы усталым, лег, лень стала ему вставать на магриб, оставил, пропустил магриб. И вот так. Это означает, в этом вопросе есть хиляф между учеными. Он становится кафиром или не становится? Есть ученые, которые говорят, даже по лени, если оставил один намаз, кафиром становится. Однако это не наше мнение. Мы придерживаемся мнения джумхуров, что тот человек, который в своей основе делает намаз, однако по халатности оставил один намаз, два намаза и так далее, что этот человек не становится кафиром. Это вообще другой вопрос. То, что мы сегодня обсуждаем, это тот человек, который оставил намаз, и пост, и закат, и хадж, все оставил. Всего лишь его зовут нам Мухаммад или Ахмад или Али Умар.
И он говорит, я верю в Аллаха и в посланника. Этот человек является ли мусульманином? Хотя он знает, его сосед молится, его целая улица ходит на намаз, а он дома сидит. Все его родственники молятся, а он не молится. Этот человек является ли мусульманином или не является? Это вопрос. Вот то, что путают, оставление намаза есть хиляф, халатности или не. Из-за того, что там хиляф есть, здесь тоже должно быть хиляф. Нету такое. Здесь хиляф был между Ахлю Сунны и между Ахлю Ирджа, между мурджиитами. Но между Ахлю Сунны, между тремя веками ученых, которые были в трех веках, никакого хиляфа в этом вопросе не было. Это одно. Надеюсь, это ясно вам. Есть вопросы в этом моменте? Значит, дальше идем. Чтобы нам не сказали люди, вы откуда это взяли? До сих пор говорили, тот, кто сказал «Ля илля илляллах», тот зайдет в рай. Вы откуда это взяли, что тот человек, который намаз не делает, закат не дает, пост не держит и так далее, ничего не соблюдает из религии, что он не зайдет в рай? Что, если скажут нам вот так люди, мы им говорим. Нам сказали много наших имамов так. Мы это с воздуха не взяли. Первый, Заид ибн Аслам, один из великих имамов Медины в свое время. Мауля Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху та'аля анху. Его вольно отпущенный, который у него взял знания, и который в мечети пророка, салам, у него был круг, в котором он преподавал, как мы рассказывали раньше. И Зайнуль Абидин, внук пророка, внук Али ибн Аби Талиба, правнук пророка, салам, оставлял эти все круги, которые там есть, другие преподавали. Он ходил именно к кружку Зайду ибн Аслама. И ему начали говорить, ты же курайшит, ты же из семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Зачем тебе он нужен, вольно отпущенный? Там другой, этот преподает, тот преподает и так далее. Тогда Зайн аль-Абидин сказал, поистине человек сидит возле того кружка, в котором он получает пользу для своей религии. Он сидит возле того человека, от которого он получает пользу для своей религии. Поэтому этот великий имам, Зайд ибн Аслам, рахимахуллаху та'аля, он сказал, لَابُدَّ لِهَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبَعٍ. Для этой религии необходимы четыре вещи. دُخُولٌ فِي دَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ. Во-первых, он должен зайти в призыв мусульман. Мусульмане призвали его к религии, он должен зайти. Заход в религию как бывает? То есть произнеса шахады. Это один. وَلَابُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ وَتَصْدِيقٍ بِاللَّهِ وَبِالْمُرْسَلِينَ. И необходимо, чтобы он верил в Аллаха и всех пророков, первых и последних. وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ, чтобы он признавал рай и ад. وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, и что воскрешение будет после смерти. Затем он говорит, внимательно послушайте. وَلَا بُدَّ أَن تَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا, и необходимо, чтобы ты сделал праведные дела. تُصَدِّقُ بِهِ إِيمَانَك, посредством которых ты оправдываешь свою веру. Получается, если человек амаль не делает, то он врет, что он верит. Необходимо, чтобы ты сделал амаль, который оправдывает твою веру, которую ты скрываешь в своем сердце. Это один. Великий имам, известный как Абидуль Харамейн, поклоняющийся Аллаху в обеих святынях, Фудейл ибн Ияб, имам мухаддисов, قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ, не принесет пользу, не является действительным слово, кроме как с делами. Кроме как с делами. Это ясные слова. Что слова, то, что он сказал, я мусульманин, я верю в Аллаха и пророка, это не поможет ему, кроме как с делами. Аль-имам Суфьян ибн Уйейна, рахимахуллаху та'аля, великий имам Ахлю Сунни валь-Джама'а, великий имам мухаддисов, Суфьян ибн Уйейна, его спрашивает, про него говорит Суэйд ибн Саид аль-Харави. Он говорит, мы спросили Суфьян ибн Уйейна про ирджа. Что такое ирджа? Что такое ирджа? Тогда Суфьян ибн Уйейна сказал, они говорят, что иман это слово. То есть хватает, что я свидетельствую, что нету божества, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Они говорят, слово хватает. А мы говорим, что иман это слово и дело. Затем он говорит, мурджиа сделали обязанным
рай тому человеку, который засвидетельствовал, что нету божества, кроме Аллаха, будучи упорствующим, оставляет те обязательства, которые Всевышний Аллах возлагал на него. То есть он засвидетельствовал, что нету божества, кроме Аллаха, потом он усердствует и упорствует, и оставляет фарзы, оставляет те обязательства, которые Всевышний Аллах на него поставил. Затем он говорит, и они называют оставление обязательств, они называют это грехом. То есть такой же хукм, если человек сделал грех, если он выпил спиртное, например. Оставит намаз, они приравнивают с чем? Например, выпивание спиртного. Оставление намаз или поста, или заката, они приравнивают с чем? С прелюбодеянием, или с воровством, или с зульмом, или с биением мусульманина и так далее. Приравнили оставление фарзов с этими, с грехами, совершение грехами. Валяйсу бисава, они не на одном уровне, говорит Суфьян ибн Уйна. Они не приравниваются. Это вообще другая вещь. Почему? Лианна рукуба аль-махарими мин гайри истихлялин маасиятун. Потому что сделать грехи, не считая это халялем, это является грехом. То есть совершить грех, не считая ее халялем. Он говорит, да, харам, но я, иншаллах, оставлю, я не могу сейчас оставить. Это является грехом. وَتَرْكُ الْفَرَائِضِ مُتَعَمِّدًا. А оставление фарзов преднамеренно, мин гайри джахлин, وَلَا عُذْرٍ. Нет у него узра оставить ее. Он знает, что нужно делать, но оставляет. هو كفر. Это куфр, говорит. وَبَيَانُ ذَلِكَ. Почему? Объясняет, почему это. Разъяснение этому, говорит, в примере Адама и Иблиса. В примере Адама и Иблиса. Адам, алейхиссалям, Всевышний Аллах ему запретил кушать из плода одного дерева. Даже он, Аллах ему сказал, кушай где хочешь, в раю, как хочешь и что хочешь. С исключением этого дерева, это не трогай. Аллах харамом сделал для него это. Однако Адам покушал, желая быть вечным или желая стать ангелом. Фасуммия асиян. Его назвали как? Ослушником. Ослушился он Аллаха. Мин гайри куфрин. Но не назвали кафиром. Почему? Потому что он сделал харам. Он совершил грех. А сейчас смотрите. А то, что касается Иблиса, Аллах на него возлагал, что делать? Суджуд делать Адаму. Это был фарз. Чтобы он земной поклон сделал перед Адамом. Так же, как и все ангелы сделали. А что сделал? Иблис отказался. Хотя он 100% знал, что это Господь, и что Господь его создал, и возвеличил его, и почтил его, и что Господь приказывает ему, что суджуд надо делать. Понимаете, в чем? То есть это был приказ, тот был запрет. Запрет оставил, запрет сделал, совершил то, что ему было запрещено, его назвали асием, то есть ослушившимся. А здесь не запрет было, а здесь приказ было, предписание было на него. Он оставил это предписание, его как назвали? Кафиром назвали. Сейчас поняли, какая разница между оставлением предписаний и совершением грехов? Вот такая разница есть между ними. Валлаху алям. Это слова Суфьяна ибн Уйни. Имам Шафии, рахмаллаху та'аля, имам мазхаба, который распространен в Дагестане, они в вопросах акиды там начинают там искать, здесь искать, когда явно их имам, за которым они следуют, которым гордятся мы шафииты, когда их имам что-то говорит, они отворачиваются от этого и начинают искать, которые позже пришли, кто-то имам так сказал, в какой-то книге так написано и так далее. Имам Шафии говорит, كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم. Единогласное мнение сподвижников и табиинов, которые пришли после них. Единогласное мнение было. ومن أدركناهم. И тех людей, которых мы нашли, то есть у которых мы взяли знания из атбау табиинов. يقولون, они говорили, الإيمان قول وعمل ونية. Иман является словом, делом и искренностью, намерением.
لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. Из этих трех вещей ни один из них не принимается, если с ним нету другое. Если одно убрать, эти двое не принимаются. Если это убрать, эти двое не принимаются. Это слова имама Шафии, рахмаху тааля, что эти три вещи, убеждения, слова, дела вместе должны быть, чтобы его религию Аллах принял. Имам Ахмад ибн Хамбаль, рахмаху Аллаху тааля, Абу Бакр ибн Аль-Асрам, рахмаху Аллаху передает им. Мы спросили имама Ахмада, Абу Абдилляха, и ему сказали, Шабаба, что ты скажешь про него? Один человек был, которого звали Шабаба. Этот человек призвал людей к ирджау. Однако в конце своей жизни таубу сделал этот человек. Имам Ахмад сказал, Шабабату кана яд'у иля ирджа. Шабаба призвал людей к ирджау. Даже от него передается слово, которое сквернее того слова, которое говорят мурджииты. Самое скверное слово, гад. Ма самиту ан ахади митля. Ни от кого я такого не слышал, гад. То, что он говорит. А что же говорит Шабаба? Шабаба говорит, «Иза кала факад амиля». Если человек что-то сказал, значит, что амал сделал. Кто этот шубха приводил сегодня? Если человек сказал, значит, он амал сделал. Потому что язык, он шевелит, он делает что-то. Это Шабаба говорил, один из мурджиитов в свое время. А они хотят сегодня это слово к Ахлю Сунне приписать. Шабаба говорил, что если он «Ла Иляха Илля Аллах» сказал, значит, он язык свой шевелит, это дело. Вы поняли? Даже до такой степени, короче, они. «Кала аль-иману каулун ва амаль кама якулун». То есть, как они говорят, он тоже говорит. Иман – это слово и дело. То есть, он тоже дело делает, губы шевелит. Имам Ахмад говорит потом. فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين يتكلم ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث это скверное слово ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني я не слышал от такой ни от одного человека и до меня такое не дошло то есть от предшественника имеется в виду الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى эти люди имамами мазхабов были إسحاق ابن راهوية у него тоже мазхаб был свой просто его ученики так не распространили, как другие ученики имамов его распространили. Он говорит, «Галяти лмурджиату» проявили чрезмерность мурджииты. «Хатта сара мин каулихим» даже из их слова стало что? «Инна кауман якулун» некоторые говорят. Тот человек, который оставил пять намазов, которые Всевышний Аллах возлагал на него, и пост Рамадана, и закат, и хадж, и все фараиды, оставил все, ничего не делает человек. Не отрицая. Говорит, он надо делать. Не отрицает, но не делает. Пришли люди и говорят, «Инна ляну кафиру». Мы не можем им такфир делать. Мы не делаем такфир им. «Юрджау амруху иля Аллахи ба'ду». Все равно его дело на Аллаха оставляем мы. Почему «Идх ва муссирун»? Потому что он муссир, то есть упорствует в этом. Однако он признает «Ляйса джахид». То есть он не отрицает, но упорствует оставление этих фарзов. Исхак ибн Рахуя говорит, فَهَاُلَا إِلَّذِينَ لَا شَكَّ فِيهِمْ Это люди, в которых нет сомнения. То есть это и есть мурджииты, которые так говорят. يعني في أنه مرجئة. Приводя эти слова, Аль-Хафид ибн Раджаб, в своей книге Фатхуль Бари говорит, ظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض. От этого понимается, что он делал такфир оставлением этих фарзов. Что он делал такфир оставлением этих фарзов. Дальше идем. Ибн Батта, рахимах Аллаху Та'аля, один из ученых хаммалитов. У него есть много книг по поводу акиды, которые он собрал. Один из них, Аль-Ибана называется. Эта книга он поставил целую главу. Как называется глава? Глава Аль-Иман ва Фарду. Иман и ее фарз. И что иман является признанием сердца и признанием слова, то есть языка, وعمل من الجوارح والحركات и дела, конечно, сами тела и движения. И в конце говорит, لا يكون العبد مؤمنا. Раб не становится верующим إلا بهذه الثلاث, кроме как в нем не будут присутствовать эти три вещи. Кроме как в нем будут присутствовать эти три вещи. Затем он говорит, знаете, да помилует вас Аллах, что Всевышний Аллах фарзом сделал
над сердцем познать Всевышнего Аллаха. Аллах предписал сердцу, чтобы он познал Всевышнего Аллаха. И Аллах предписал языку, чтобы это сказать, то есть сказать, засвидетельствовать языком, чтобы произнести это то, что у него в сердце. Аллах предписал это на языке. А на тела и конечности тел Аллах предписал сделать амаль бикулли ма умира бихи. И все, что ему было приказано, чтобы он делал, وفرض بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال. И то, что Всевышний Аллах предписал ему и сделал. Сейчас внимательно слушайте. Он говорит: لا تجزي واحدة من هذه إلا بصاحبتها. Из этих трех вещей один не хватает, если второй нету. ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها. И раб не становится верующим, пока в нем не будут присутствовать эти три вещи: убеждение, произношение и дела. حتى يكون مؤمنا بقلبه пока он не будет верующим своим сердцем, مقرا بلسانه признающим своим языком, عاملا مجتهدا بجوارحه делающий и усердствующий своими конечностями тел. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Почему я много этих слов привожу, хотя нам аяты из Корана и хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нам хватило пару имамов и саляфу привести, и все. На этом мы закончили бы. Почему мы тогда столько вещей рассказываем? То есть дальше продолжаем привести слова этих ученых. Потому что, например, сейчас мы будем читать слова Ибн Таймия, рахмаллаху та'аля. Его слова приводят мурджииты, современные мурджииты. Его слова приводят... И хотят доказать, что Ибн Таймия говорил тот человек, который ничего не делает из амалю, и признает, что Аллах есть и пророк, что он становится мусульманином и остается быть мусульманином. Поэтому мы приводим. От Ибн Таймии сейчас мы три слова приведем. Чтобы им не казалось, одно слово может не так поймет. В другом месте он по-другому говорит. Нет. Здесь, и там, и там, и везде он так говорит. И во многих местах он доказывает это. Одно место. Ибн Таймия, рахмаллах, говорит: فَالْعَمَلُ يُصَدِّقُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ إِمَانًا. Дела подтверждают, что у него в сердце есть иман. То есть дела делает человек, это подтверждает, что есть здесь иман. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَمَلٌ. Если нет у него дела, كَذَبَ أَنَّ فِي الْقَلْبِ إِمَانًا. Это человек говорит, что у него есть здесь иман. Дела подтверждают, что здесь есть иман. А если дел нету, то это человек говорит, что здесь есть иман. Это слова Ибн Таймии. لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. То, что у него в сердце есть иман, она обязывает, чтобы ты явные дела сделал. وانتفاء اللازم. Если вот то, что она обязывает, нету, то, что обязывает, это тоже не бывает. Если вытекающее нету, то само основа тоже не бывает. То есть он хочет сказать, если здесь есть иман, оттуда вытекает, что мы делали амаль, делали намаз, пост и так далее. Если вот это то, что вытекает, нету, ни поста, ни намаза, ничего нету, значит здесь основы тоже нету. Как мы привели слова пророка, саллиллаху алейхи салям. Инна фил кальби, инна фил джасади ля мудгатан. Поистине, в теле есть кусок мяса. Иза салюхат, салюхал джасаду куллю. Если она хорошая, то все тело становится хорошим. Иза фасадат, фасадал джасаду куллю. Если она испортится, все тело его портится. Аля вахи аль-кальб, это и есть сердце. Если его дела, если его руки и ноги и лоб испорченные, значит здесь тоже испорчено все. Если у него дела есть, и суджуд делает Аллаху, и поклоняется Аллаху, и пост держит, и другое делает, значит здесь хорошо. То есть это взаимосвязано. Амаль и иман, она взаимосвязана. Если амаль нету, нету имана. Если амаль есть, может быть здесь иман есть. Почему? Потому что некоторые могут амаль делать, боясь от мусульман, чтобы сохранить свою кровь, как это делали лицемеры во время пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Одну вещь хочу сказать. Вы слышали, наверное, хадис, в котором говорилось, самый тяжелый намаз на лицемеров – это Иша и Фаджр даже. Еще другой хадис есть. Поистине, от мечети отсутствовали, на джамаат намаз не приходили те, которые явные были в своем лицемерии.
От этого мы что понимаем? Что те люди, которые на намаз не ходят, джамаат намаз не приходят. Или на утренние намазы пропускают. Или иша пропускают. Они подозревали этих людей, что они лицемеры. Что они неверующие. Уж сами представьте себе. Если среди общества сподвижников, в среде пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был бы человек, который спорил, я мусульманин, я верю, что нельзя поклоняться кроме Аллаха никому. И Мухаммад его посланник ни намаз не делает. Не то, что в джамаат намаз не приходит, он намаз не делает. Пост тоже не держит, закат тоже не выплачивает, хадж тоже не едет. Ничего не делает человек. Просто спорит, я мусульманин. Какое отношение было бы с подвижником к этому человеку? Как вы думаете? Они убили его. И кафиром считали бы даже. Сразу, там шаг не было бы. Почему? Потому что эти хадисы указывают, даже тот человек, который на джамаат намаз не приходит, дома намаз делает, они уже подозревали, что это человек мунафик. В другом месте Ибн Таймия, рахмаху та'аля, говорит, وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ из невозможных вещей أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا إِمَانًا ثَابِتًا فِي قَلْبِ, чтобы человек был верующим, и что его сердце было подтверждено иманом, то есть у него есть крепкий иман в сердце, что Всевышний Аллах предписал на него намаз и пост, и закат, и хадж, и другое. وَيَعِيشُ دَهْرَهُ, и всю жизнь живет он, لَا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدًا, ни один суджуд Аллаху не делает. وَلَا يَسُمُ مِنْ رَمَضَان, ни один пост Рамадана не держит. وَلَا يُؤَدِّ لِلَّهِ زَكَا, Аллаху закат тоже не дает. وَلَا يَحُجُّ إِلَى بَيْتِهِ, и не делает паломничество к его дому. فَهَذَا مُمْتَنِعَ, говорит он, это невозможное, чтобы здесь иман было, и человек всю жизнь этого не делает. وَلَا يَسُرُ هَذَا, и такое не может быть, إِلَّا مَعَ نِفَاقٍ فِي الْقَلْبِ وَزَنْدَقَ, кроме как у него в сердце лицемерие и зандака. Что означает зандака? Это человек, который скрывает свой куфр и говорит, что он мусульманин и хочет разрушить ислам. لَا مَعَ إِمَانٍ صَحِيح, не может быть такое с достоверным и правильным иманом. Это бывает только с лицемерием. Также в другом месте Ибн Таймия, рахмаху та'аля, говорит, когда он опровержение делал мурджиитам, «Аль-амалу ззахиру лазимун лил-амали л-батиль, ла инфакку ан». Явные дела, явные дела, неотъемлемая часть тайных дел. Они друг от друга неотъемлемы. То есть, тайные дела какие бывают? Боязнь от Всевышнего Аллаха, любовь к Всевышнему Аллаху, страх перед Аллахом, искренность, намерение и так далее, как мы рассказали на прошлой лекции. Это тайные дела. Явные дела какие? Намаз, пост, закат и так далее. Он говорит, неотъемлемые вещи, явные и тайные дела. Не может быть такое, что у него тайные дела есть, но явные нету. Такое не может быть. Потом он говорит, وَانْتِفَاءُ الظَّاهِرِ دَلِيلُ انْتِفَاءِ الْبَاطِنِ, отсутствие явных дел – это далиль, доказательство на то, что отсутствуют и тайные дела. Что нет у него боязни от Аллаха, нет любви к Аллаху. Аль-имам Шамсуддин ибн Аль-Кайим, рахмаху та'аля, ибн Аль-Кайим Аль-Джаузия, известный имам Ахли Сунна Валь-Джамаа, ученик ибн Таймия, рахмаху та'аля, он говорит, иман, у него есть тайная и явная. Тайная сторона и явная сторона. Явная сторона – это произнесение шахады языком и дела конечностями тел. А тайная сторона – это признавание сердцем, исследование за то, что он признавал, и любовь того, кого он признал, то есть любовь к Аллаху Субхану Та'аля. Потом он говорит, فَلَا يَنْفَعُ ظَاهِرٌ لَا بَطِنَ لَهُ, не принесет пользу явное, у которого нету тайны. وَإِنْ حُقِنَ بِهِ الدِّمَاءُ وَعُصِمَ بِهِ الْمَالُ وَالذُّرِّيَّةُ, хотя этим он защищает себе и свою кровь, и имущество, и своих детей, и так далее. То есть у него в сердце нету ничего, однако он делает своими конечностями тел. Не поможет ему это дела, которые он делает, если здесь нету имана. Это мунафик. Потом он говорит, وَلَا يُجْزِئُ بَاطِنٌ لَا ظَاهِرَ لَهُ, и тайное тоже не поможет ему, если явное нету. Илля иза таадзара. Внимательно послушайте. Кроме как, если есть узр. Как? Какой узр может быть там? Би аджзин, он не может делать. Парализованный лежит, не может намаз делать. Ау икрахин, или его заставили. Если сделаешь намаз, убьем тебя. Ва хауфи халякин. То же самое, икра, боится, что он
гибнет, если он начнет делать, соблюдать религию. То есть такое время, что любой человек, который пост держит, или там закат выплачивает, или намаз делает, его убивает сразу. Если такое оправдание у человека нету, говорит, не поможет ему то, что у него в сердце есть, если у него нет явных дел. Потом он говорит, внимательно послушайте, فَتَخَلُّفُ الْعَمَلِ ظَاهِرًا, отсутствие дел явных, مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ, с отсутствием препятствий, нету препятствий ему делать это. دَلِيلٌ عَلَى فَسَدِ الْبَاطِنِ, это указание на то, что у него батин, тайное испорчено, وَخُلُوِهِ مِنَ الْإِمَانِ, что здесь нету имана, пустое место это, здесь нету имана. وَنَقْصُهُ, уменьшение дел явных, دَلِيلُ نَقْصِهِ, это указание на то, что здесь тоже иман уменьшилось. وَقُوَّتُهُ دَلِيلُ قُوَّتِ, то на делах, если у него есть сила, кува, активность, усердствие, это указание, что здесь тоже иман у него сильный стал. Это вот такая вещь, это взаимосвязанная. Это важно. Почему это важно? Почему? Потому что сегодняшние мурджииты, современные мурджииты, они считают своим имамом Ибн Абдул-Вахаба, рахимаху та'аля, Ибн База, Ибн Усаймина, даже исследуют за этим мирджиам. Мы сейчас им хотим вот эти слова привести. Шейху Ислам Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, муджаддид, что он говорит? После того, как он упомянул вопрос о акиде, он говорит, фанакулу, мы говорим, لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقول بالقلب واللسان والعمل. Нету разногласий в том, что توحيد должен быть и сердцем, и языком, и делами. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. Если отсутствует что-либо из этого, человек мусульманином не бывает. Если дела нету, мусульманином не бывает. Если слова нету, дела и убеждения есть. Нет, не мусульманин. Если слова и дела есть, однако веры нету здесь, искренности, он не мусульман. Потом он говорит, فإن عرف التوحيد ولم يعمل به, если он познал توحيد и что нужно делать, намаз делать и так далее, и не делает ничего, فهو كافر معاند, это человек кафир, который упорствует в своем куфре. كفرعون وإبليس وأمثالهما, как фирعون и иблис и подобные им. وهذا يغلط فيه كثير من الناس, это вопрос, очень много людей ошибаются, говорят в конце. На самом деле и в наше время очень много людей ошибаются в этом вопросе. Шейх Ибн Баз, рахимахуллаху та'аля. Некоторые люди начали истолковать его слова по-другому, что он тоже такфир не делал тем людям, которые оставили весь свой амал и так далее. Не говоря уже об этом, один намаз, если человек оставил, он считает кафиром. Ибн Баз, у него фатва есть по этому поводу. Даже, Аллаху алям, я это не удостоверился, я слышал, кто прочитал, рассказывал, даже он сказал, говорит, на утренний намаз, если солнце выходит в 6 часов, если он будильник поставит в 6.05, этот человек кафиром становится. А еще говорят, хотят предписать к нему, что он говорил, что тот, кто оставил все дела, ничего из религии не делает, что он тоже мусульман. Один журнал есть, Мишкат зовут, Аль-Мишкат, журнал, то есть ежемесячные, еженедельные журналы бывают, которые интервью берут, вопросы, фатавы и так далее. Этот журнал, корреспондент этого журнала спрашивает Ибн База, рахмахулла. Ибн Хаджар, рахмахуллаху та'аля, в своем книге «Фатхуль-Бари» упоминает, термин имана, каулу, амаль и так далее, и в конце говорит, мы и мутазилити, в вопросе, что иман является убеждением и словом, и делом, мы одинаково говорим. Однако мутазилити говорят, что дела являются, это слова Ибн Хаджара, что дела являются условием действительности имана, а мы говорим, Ибн Хаджар говорит, что дела являются условием полноценности имана. У Ибн База, рахмахуллах, есть комментарии на Фатхуль-Бари, где есть отклонение, какая-то ошибка в вопросе акиды. Ибн Баз комментирует. То есть он говорит, другие пишут. Он слушает Фатхуль-Бари, перед ним читают. Он говорит, здесь ученые Ахлю Сунна вот так сказали. Это ошибка, это место чудо ашаризма и так далее. Ему говорят, что Ибн Хаджар так говорит, он говорит, ля-ля-ля, говорит Ибн Баз, хуа джуз, это часть имана, говорит. Не условие полноценности, а часть имана. Он не является, говорит, ма хуа бишарты камаль, он не является условием полноценности. Оно является частью имана. А то, что говорят люди, что это условие полноценности имана, Ибн Баз говорит, хаза каулюль мурджиа, это слово мурджиитов, говорит.
не салифов. Мурджииты говорят, что иман является словом и признанием сердца. И всего лишь. А другие говорят, что просто познания хватает, даже слова, если не сказал. Некоторые говорят, признание хватает, признал, что Аллах есть пророк, есть хватает. И это ошибка, говорит он. Ас-савабу инда ахли суннати анна л-имана каулун ва амаль. Правильное мнение у ахли сунны валь джамаа, что иман является словом и делом и акидой. Как это пришло в книге Аль-Васития ибн Таймии. Она увеличивается поклонением и уменьшается грехами. Сейчас он говорит, этот человек, корреспондент. Аль-максуду биль амаль джинсу л-амаль? То есть ты имеешь в виду под амалем джинс амаль, то есть имеется в виду что-либо из этого амаля. Он говорит, да, намаз, пост и другое говорит. А амаль уль-кальб, то есть дела сердца, это боязнь, надежда, страх перед Аллахом и так далее. Потом он на него этирад делает. Говорят, что ты не прокомментировал этот момент, когда Ибн Хаджар, рахмату Аллах, так написал, ты ничего не написал. Ты не сказал, здесь он ошибся или что-то подобное, ничего не сказал. То есть это берут эти мурджииты современные, говорят, вот же Ибн Баз ничего не сказал, значит это и есть правильная акида. Поняли вы? Сейчас ему говорят, ты почему не прокомментировал этот момент? Он говорит, я не знаю, говорит. Эти комментарии были 40 лет назад. Прокомментировал я это. До того, как я в Медину поехал, говорит. И мы писали, говорит, в 1377 году, вот этот тасхиат, поправление Фатхуль-Бари. Он говорит, я не помню, говорит. Может быть, говорит, они прочитали, я просто не дослушал или не обратил внимания. То есть, может быть, 10 тому перед ним читают, какой-то вопрос проморгнут, чем возможно. Тем более, человек слепым был. Он просто слушал. На что-то отвлекся и этому вопросу не услышал. Он сам признает. Я не знаю, почему я не прокомментировал. И УЗС комментирует и говорит, что это является акидой мурджиитов. Потом и в другом месте Абдул-Азиз ар-Раджихи, его ученик, его спрашивает. Дела являются условием полноценности имана или условием действительности имана? Он говорит, из дел есть, что является условием полноценности имана тоже. И из дел есть то, что является действительностью, условием действительности имана. Потом он говорит, и из дел есть, который без него не считается иман, как намаз. Тот человек, который оставил намаз, он становится кафиром. И из дел есть, который является просто условием полноценности имана. То есть тот, кто оставил это, является грешником, но не кафиром. Я ему сказал, говорит, тот человек, который не сделал такфир тому, кто оставил намаз из саляфов, это означает ли, что у этого ученого из саляфов мнение было, что амаль является условием полноценности имана, а не действительности? Он сказал, нет. Балил амалу индаль джами'и шарту сиха. Дела являются условием действительности имана у всех ученых саляфов. Никто не говорил из них, что амаль является условием полноценности камаля имана. Однако у них хиляф получился, что является самым минимальным амалем, который считается посредством него действительным иман человека. Некоторые сказали намаз, и на этом есть иджма'у сахаба, говорит он, как это передал Абдуллах ибн Шакик. И так далее, он продолжает это говорить. И в конце шейх Аль-Аллама ибн Утаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, то есть толкование делает слово «Ман каля ла иляха илляллах, ябтаги бидалика ваджа Аллах, и того не коснется ад, или тот зайдет в рай». Он говорит, тот человек, который сказал «Ля иляха илляллах», «Ай юштарат уль ихляс». Необходимо, чтобы там был искренность, говорит. Чем? Далил какой на это? Тот человек, который «Ля иляха илляллах» сказал, должно быть там искренность. Далил какой? Слово пророка «Я бы таги бидалика ваджа Аллах», желая этим довольствия Аллаха, лика Аллаха. «Ай ятулюбу ваджа Аллах», то есть он желает этим лика Аллаха. Сейчас смотрите, Ибн Утаймин что говорит. وَمَنْ طَلَبَ وَجْهًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا فِي وُسْعِهِ لِلْوُسُولِ إِلَيْهِ. Тот человек, который ищет лика Аллаха, то необходимо, чтобы он совершал все дела, которые он может делать, чтобы достигнуть этого. Если человек на самом деле желает довольствия Всевышнего Аллаха, может быть такое, что он ничего не делает. Аллах ему говорит, намаз делай.
postiže, zakat uplaćuje, eta dile, to dile i tako dalje. I on spori što on la ilaha illallah govorit i išit etim da uvijesuje svišnjava Allaha. I ne čuje etavo ni dile. Može li biti tako je? Ne može biti tako je. Pa etamu uslovjem la ilaha illallah javljajca što bi čovjek savršal dila. Pa čemu? Pa tamo što prorok sam sklal, кто сказал «Ля Илля Аллах», желая этим довольствия Всевышнего Аллаха. А тот, кто желает довольствия Всевышнего Аллаха, необходимо ему, чтобы он делал, совершал дела. Потом он говорит «Лианна мубтаги шейи яс'а фил вусули илейх». Тот, кто желает что-то, он усердствует, чтобы это получить. Не бывает такое, что он желает этого, и он дома сидит. Если элементарный пример приведем. Если парень желает жениться на одну девушку, он же дома не сидит. Он ищет ее родителей, родственников, ее номер ищет наши некоторые братья, чтобы общаться с ней. И так далее. Дела делает, чтобы достигнуть ее. А здесь он спорит, что он желает довольствия Всевышнего Аллаха и дома сидит, ничего не делает. С кресла не хочет сад, чтобы поставить свой лоб перед Аллахом. Такое не может быть. Поэтому он говорит, «Валяйхи фаля нахтаджу иля каули зухри». Это и так ясно, говорит он. Мы не нуждаемся привести слова зухрия, который он сказал, как это передал в Сахиху Муслиме, имам Муслим передал, после того, как привел этот хадис, Зухри знаете, что говорит? «Сумма ваджабат ба'да залика умурун». После этого Аллах предписал много вещей. «Фаля ягтарра мухтаррум бихада». Пускай не обманывается кто-либо этим. То есть «Ля илля халлилах» сказал, что он спасется. Зухри говорит, после этого много фарзов Аллах приказал, говорит, пускай не обманывается этим кто-либо. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.